Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 9, урок 18. Чем похожи и чем отличаются задания? Выполни их. Первое. Начерти отрезки AB, CD и EF так, чтобы AB был равен 3 см 8 мм, CD 2 мм, сантиметра 5 мм, EF 3 сантиметра. Второе. Начерти отрезки MP, PK и KT так, чтобы MP было 2 сантиметра 6 мм, PK 3 сантиметра 2 мм и KT 4 сантиметра. Задание похоже тем, что в обоих необходимо начертить 3 разных по размеру отрезка. Отличаются тем, что в первом задании отрезки отдельные, а во втором задании они с точками пересечения. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.